Всем привет, всем Натфал, сегодня мы со Славиком продолжаем играть That Not My Neighbor. Прошло очень, допустим, месяц или пару недель назад обновление 1.1.0.0, где добавили кошмарный режим Nightmare Mode. Также, если посмотрите ачивки, то вторая страница, тут их немножко меньше, чем была в предыдущей. Точнее, практически два раза. Welcome 42 VIP, Beach VIP, Nerds, вырастите в кошмарном моде, дорвшите Evil Chester Quays, Кент Хантер за Маск Гост. Ага. Ну. Так что начинаем нашу кошмарный мод. Go психологик. Так, и у нас тут End of the Dream. Так, у нас тут вот такие вот чудики. Грешен Химен. Так, я на льду. Красота какая! Лепота! Да, особенно это зубки. Так. Как говорится, я бы в дух. Какой ужас! Какой кошмар! Так. Ян. Ян. Луэ. Луэ. Лэнг. Лэнг. D-I-Y-U. D-I-Y-U. Окей. А что можем сказать? Ты у нас... Ян Ровен. Ты но один. А остальная церковь моя потом будет... Ян Топ. Еще раз. S-301. Принцесса смерти. Маленький. Интересно. Из этих всех чудовищ, типа, еще кто-то доппельгангером будет. Типа, как их отличать? Просто. Отличать. Типа, как сразу быстро понять, что это что-то не то? Orcus Dispater. This in the cheeks, then the young brown. Так. Нормально. No pupils. Pupils. Зрачки? Вроде. Sharp teeth. Ну, мы зубки проверяли. Так, коронка, коронка, нормально.
Вот тут уже надо смотреть уже еще и номер. А то в предыдущий раз мы так сейчас начали, без вот этого просматривания делали номера. 84-66 заканчивается. 84-66. Ага. Он самый. 79-76. 79-76, 54-29. Ну да, это он. Я ж думаю, он вообще будет другой, 4, а не так, что там одной цифрой. Разве он здесь может одной цифрой всего лишь отличаться? Может. Нифига себе. Так. И, кстати, если ты знаешь... а зачем чек-лист заполнять, если бы просто пропустил бы и все? Или в чем прикол? Нам просто так. Критинг еще. Так, ах, патч. Хилл байба. Так. Ах, патч. Хилл балба. Хилл бонус. 3-0-3. 3 Bonebreaker. Так, here's a mask. Так, round hit. Short trigger. Higher, точнее, round ears. Small eyes. Вроде все верно. Так, 56-48. 95-21. 95-21. 36-47. 36-47. ДДшка есть, а ДДшка есть. Ага, вроде нормально. А чё так быстро? А, то есть ты из этих... Я думал, ну, как тогда, что сначала все пройдут, а потом... Ну и кто это был? Рейсон оф энтри. Типа причина для входа. Смысл причина для входа. Ну как это сказать? Типа, ну, как типа, вот вы здесь по какому поводу, да, там? Зачем он здесь, да? А, надо еще отмечать, по какому поводу получается. Я не понимаю, как выглядит фейк де лого, блин. Уже мне теперь прям реально интересно стало потом узнать, что же было не так с этим печатью. Так, стрелочки вверх, стрелочки вверх. Теутати старанис. Теутати старанис. А тебя нет. Йоу, нету в списке. Там не хлеттер. Кто-то там аннигилировал. Так, ну чё, здесь твой дружбан. Звоним твоему дружбану. Ах, почти. Да вот это не так. 98-95. Так, кто у нас был? 98. Так, сейчас. 78-95. Ну, нормально, так, 441, 32.
Окей, ладно, фейс. Татус. Так. Стрелочки вверх. Стрелочки вниз. Ну, вроде по тату нормально. Серьезное лицо. Кролик Даус. Yes, yes. Шарпа дыс. Кролик Хайр. Покажет мне связу. Нормально. Так. Да, смотрим. Удача. Или неудача. Нормально все с ним. Так. Так, ты у нас Маркус Диспайтер. Маркус Диспайтер. Маркус Диспайтер. Надежка, наверное. Надежка, верно. Так, еще раз. Так, я туда. 3-0-1. Так. Смотрим. Ну, вроде все нормально по облику. Шесть, что думаешь? Пускать или не пускать? Давай. Он тебя захавает, и все, я пойду спать. Ну, если честно, пускать или не пускать? Ну, хоть узнаем, что с ним не так. Нормально, нормально, блин. Ну да. Я пока, блин, не вообще не понимаю, по какому принципу их надо не пускать. Ну, то есть вот эту предыдущую, которая тебя захавала, вот меня прям чувствовалось, что что-то с ней не так. Но я не мог понять и найти, что что не так. Там было сказано, лого, это лого не было не такое. Да, ну, да, не какое правда. Не такое, ёпта, что с ним не так было. Потом интересно узнать. Короче, запоминай его. Вот это лог. Слышишь, опять напишешь, что вот этот ДД лого не такое. Ладно, короче, пускаем. И так, вроде где нормально. Там это? Да, нормально. Слоняра. Наш слоняра. Чаугнар. Паугн. Так, сразу зайди свое. Представись. Чаугнар Фаугн. Чаугнар Фаугн. Оккульт Ритуац. 2-0-1. Так. Культиста. Хесе Трак. Анатото. Анатото на лбу. Да, вроде... С описанием верно. Пока все совпадает. Вик Ерс. Так. 45, 69, 63, 23, 28. Правильно ли он? Я прям очень сильно подозреваю, что что-то с ним должно быть не так. Потому что уже мы несколько этих пропустили. Типа уже пора. Я тут... Так. Так. Меня вот пора. Это вот смущает. А что тебя смущает? О, не хватает одной стрелочки, да?
А ну, покажи другое. То три. Да, одно не хватает. То две. Во! Ну, по крайней мере, слышишь, вот я тебе что сказал, что-то мне это не нравится. Типа, вот, ну, что уже пора. Видишь, я по крайней мере угадал. Я хз, типа, что с ним было не так, но я угадал. Прям одним местом почувствовал, что что-то это все-таки не наш слоняра. Все, зачищайте слоняру. Так вот оно какое фейковое, то есть если там этих стрелочек, например, не хватает. Так, а она разве не проходила уже, или это уже другая игра? Это уже другая игра. Или... Или... Ну, по внешнему виду совпадает. Можно, в принципе, посмотреть. 51. 51, 23. Чтобы... Тебе когда-нибудь доводилось в реальной жизни таким телефоном пользоваться? Дисковым? Нет. Значит, не приходило. А мне прям доводилось. Я прям звонил. Крутил эту крутилку. Не укиза это мод. Так. Надышка верна. Надышка верна. Номер не будешь сверять? Буду сверять. Совпадает. Ну, последние 6 цифр совпадают. Так. Последние 6. Это значит вот так вот. Ну да, да, да. 9, 8, 6, 4, 6, 3. 8, 6, 4, 6, 3. Ну да. Можем, слышь, можем по 6 цифр запоминать каждый. И типа за один раз проверять. Я просто тут смотрел в предыдущие, что просто чисто между, кстати, стрелкой последней и ДДшкой там было что-то большое расстояние. И все. Так, что у нас тут? У нас большой нос. Я тут страшило тех насмотрелся, надо мне, короче, отойти. Дабы не приключилась оказия. Так. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть швов. Тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть швов. Верно. Ну, думаю, в принципе. Так. Если все верно. Я ушел, держись там это без меня. Не пропускает нечисть. Ну, не конкретно эту, а я имею в виду в целом. Нечисть не пропускать, только тех, кого надо пропускать. Ясно. Тут сразу же виднеется. Тут у него неправильный иероглиф. Так что... Иди ты, Санера. В пень. Семья. Чао Гнарфан. Чао. Тут Кен, а тут им. И сразу тебя мы посылаем в пень.
Game cancer, you jump. Written here. Чогнар, Фаугн. Так, три стрелочки. Чогнар, Фаугн, 2-1. Стрелочки, верно, перферм. 3-2-1. Так, 45-69. 45-69. Так. 45, 69, 63, 73, 68. Таскс. Микиерс. Большой. Так. Так, себя мы пропустили, себя мы пропустили. Номер один. Один номер два. Ага. Эксайл. Выжил? Выжил. Ну, а это та же самая игра идет, или ты ту то же самое. То же самое. А. Короче, меня дождался. Нет, я тут уже двоих послал их куда подальше. А что с ними не так было? Короче, есть два слона. У одного имя неправильно, другого символ неправильно написан. А, ничего себе. Эксаил Санитхро. Эксаил Ванитхро. 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 Эксаил Ванитхро. Так, тросом. Пятнадцатый блок. Раз, два, три, четыре. Восемь. Раз, два, десять и пятнадцать. Да я не думаю, что оно этим отличаться будет. Так. Доттерс и Эрн Бронс. Так. Четыре точки. Четыре точки. Тайтерс и Эрс. Уставшие глаза. Чарпудес. Что у нас тут? Острые зубки. Так, 23-53. Так, это не то. 23-53. Последние совпадают, я проверял. Ну, значит, 25-25. Так, ДДшка верно, ДДшка верно. Думаю. Так, не понял. Я же тебя пропускал. 51, а давай 20. Посмотрим, все ли с ней в порядке. Да подожди. А, хотя.
Если ты пропустил правильную, значит это точно неправильная, да? Ну да, как бы, потому что если я просто Это... пропустил неправильно, то меня бы Она бы рассеяли. тебя сразу зафигачила, ну да. Я понял, понял. Давайте посмотрим. 51, 23. 51, 23. Ну вот. Ну да, я понял. 3, 3, 1, 2. Дома это тоже вроде дома. О! Don't trust them. Кинь мне ссылочку, слышишь? Так. Я тоже гляну потом. Давайте, если говорить кратко, там, короче, Почему меня? Не спойлери. Не спойлери, я сам посмотрю. Ладно. Окей. Парк. Вот что такое. О, да? Этот здесь тоже в этой части есть. Ну. Прикольно. 3, 3, 1, 2. Слышь, а что если его пропустить? Что будет? Он, ну, он тоже доппельгангер, да? Нет, он хочет за ними в игру скрыть. Надеюсь, что это прикол. Ну, я... Бла-бла-бла. Прикольно. Бип-бип. Марион, let's play for the screen today. Я говорю, а если его пропустить? Чё будет? Теперь ты либо выиграешь, либо проиграешь. Это ты его запустил, типа, да? Нет. Я его не запускал, не пропускал. Во дела. Он просто решил с нами поболтать. Ну а ты его можешь зафигачить? Не могу. О, попадос. Best of 3. А. Какие карты обняные. Так, где ты был? Ясно, кто-то уйдет. Это точно я. Потому что я тут каменные карты. Хо-хо-хо. Я начинаю, блин. Та девятка. Король. Двойка. На тройку. Я... Попи. Топ. Ну, ясно. А что надо делать еще раз? Надо выиграть у него в карты. Геймер. А тут никак я уже не выиграть. Подожди, ну то есть ты его прогнать никак не мог уничтожить, да? Да, не могу прогнать. Как ты видел сам. Подожди, а ну-ка.
Кто-то у нас... Чё, даже ачивку не дай... А, подожди, а ну-ну-ну-ну. А вот эти с клоуном связаны, это ну, на первой странице. Мид... А, просто встретить его. А что там было вот это правый нижний угол? Перечеркнуто. Правый нижний. Да. А-а-а. Типа тоже... Просто встретить его. А в правом верхнем что это за указатель? А, указательный палец. Да. Выжить. Типа ты за все время. А, не, не обязательно за все время. То есть просто выжить, да? И да. Ты это. Это ты, наверное, сам когда играл, выжил, да? Что, сегодня, по-моему, мы еще ни разу не выжили, да? Ну да. Вот такое. Это все потому что я не выспался. Все, надо мне, короче, спать идти. Пошел я спать. Давайте так, чисто за КПщика. Троих. Грис. Элю. Так. Давайте. У меня, конечно, есть ответы, но почему-то... Кажется, что этот министр работает. Почему-то. Ладно, давайте тогда... Уф... РВ. Аир. Реест. И люй... Е... Ты... Дент. Тедент. Уф... Вер... Лд. Навар. Ух. Окей, давай посмотрим. Большими буквами. Ой. Ой. Скажи так. Коррект. Так, SCP.
0,38. That's correct. Goodbye. Time kills. Так, у нас что у нас тут? Survive the Nightmare Mode. Завершите вопросы Честера. И get hunted by the mask. Короче, просто чтобы появились эти три фигни с мозгами. А так, в принципе, ничего не изменилось. Кроме этого. Вот так вот. Вот так вот. Ну что ж, на этом, в принципе, можно и заканчивать.